Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, и я готовлю такой праздничный, можно сказать, обед. К нам сегодня придут гости, и по заказу уже готовлю курицу чикмирули. Вот правильно сказать, наверное, через букву «Ш», но я привык говорить через «Ч». Вот, чикмирули. Мне так удобнее. Вот. Скажу сразу, я делал ее раз 10 уже. И каждый раз это вызывает самые лучшие эмоции, восторги и самые последствия и пожелания вообще. Надо приготовить только ее, потому что многие говорят, что, и я к этому присоединяюсь, что ничего вкуснее из куриных вот этих продуктов они не пробовали, не ели и представить себе даже не могут. Давайте приступим к приготовлению этой замечательной курицы. Смотрите, какие будут ингредиенты. Итак, берем либо целую курицу, либо нужное количество вам порционных кусков, будь то бедра, голени или окорочка. В данном случае у меня 8 небольших таких окорочков, ну, не, вообще небольших, прямо даже не среднего, наверное, уже больше мелкого. Если были раньше огромные размеры, то сейчас они вполне приемлемые. Литр сливок, у меня 10% сливки, растительное масло, большая головка чеснока, пачка масла сливочного, соль, ну, ступка я буду в ней делать, моя антикварная ступка, и кинза и петрушка. Из специй что берем? Можно взять специи шеф-шаров «Золотая курочка». Можно взять чесночный перец. Самое главное, чтобы можно взять цыпленок табака. Значит, можно взять даже вкусную аджику. Черный перец точно потребуется. Сушеный чеснок. Можно тоже взять пол чайной ложки. Или приправу грузинская. Вот, это все, что потребуется. На выбор. Самое главное, сделать вкусную курицу. То есть, те, кто счастливчики, кто покупал эти уже специи, значит, те уже могут смело приступать к приготовлению курицы. Я выбрал как раз приправу «Золотая курочка». Столовую ложку положил в ступку, вылил половину масла и соль. И сейчас я сделаю вот такую пасту, которую, в свою очередь, выложу в курицу. Натру ее и поставлю на сковородку жариться. Первоначально мы жарим курицу. Выложил все на сковородку. Сейчас придавлю, как цыпленка табака, и буду жарить. Можно оставить, не сразу поставить жариться, а оставить ее мариноваться. Это тоже вариант, на час, на два, хоть на четыре. Вот, но я делаю все быстро. Посмотрите, какая красота. По две штучки валетом они убрались. Готовлю сливочную заливку. Для этого нам потребуется чеснок и пеньки кинзы. Сейчас я их переложу вот в эту ступку, даже я ее не мыл еще от заправки куриной. И потом буду выкладывать все в сливки. Все. Тут зелень, которую тоже нужно порезать. И она тоже пойдет сюда. В эту пасту чесночную можно добавить немного соли и дробленого черного перца. Посмотрите. Все, вот она какая. Аромат идет обалденный. Угу. Вот. Сейчас пойдет сок и еще дополнительный аромат. Вот она получилась. Посмотрите, какая штучка. Итак, посмотрите, дорогие друзья. Все, курочка поджарилась. Она там в собственном соку, в масле булькает очень красиво. И теперь я растворенную в сливках смесь чеснока, соли, черного перца и, ну, пенечки кинзы выливаю вот сюда вот. Все,
пошла. Вот, посмотрите. Сейчас вот это вот все равномерно распределяю, перемешиваю и довожу до кипения. Посмотрите, какая красота. Сейчас все перемешается. Зелень буду добавлять позже. Так, вот посмотрите, какие ароматы тут распространяются, дорогие друзья. Лайфхак. Если вы хотите, чтобы вот этот вот жир куриный, масло лишнее убралось, поставьте чуть-чуть, сдвиньте на плите, и все. И вот тут вот ложечкой потихонечку собираете этот жир и в лоток. Так вот, взяли, можно не весь, можно хотя бы часть собрать, если вдруг вам он не по душе. Вот берете и собираете. Но так, чтобы его сливки выгнали, понимаете, его должны сливки выгнать. Все вы все равно не соберете, только замороженный можно собрать. Но какую-то излишки можно собрать. Я вот обычно это делаю, потому что курица жирная там. Вот, посмотрите. Раз. Ой, все. И сейчас, как только побулькает, минут 10-15, можно еще на медленном огне, можно ставить все в духовку. Разогретую предварительно. Вот, дорогие друзья, духовка стоит на 100 градусах. Она довольно долго булькала и сейчас успокоилась. И сейчас я выкладываю сюда зелень и сливочное масло. Прямо сверху. Чуть-чуть перемешаю, чуть-чуть передвигаю. Вообще это очень удобное блюдо, потому что, ну, вот много внимания не требуется. Очень праздничное. Пока ты другие что-то делаешь, картошку там жаришь или еще что-то, можно все ставить, все делать, все. И пусть теперь дожидается это гостей. Она стоит в духовочке тихонечко и дожидается, булькает. Там градусов на 50, на 60, на 100. В общем, чтобы не остыло. Ну вот, дорогие друзья, достал я чекмирули. Вот как это у меня выглядит, посмотрите. Вот корочка готова, соус готов. Все, сейчас буду накладывать. Вот, посмотрите. А, видите? Там у меня картошечка готова, жареная. Здесь курочка, овощи, перец и помидорки я уже нарезал. Все, готовьте по моему рецепту. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Счастья, любви, добра. Подписывайтесь. Если кто не подписался, приходите еще. До свидания.